Еврокомиссия объявила о запуске собственной блокчейн-обсерватории. В рамках этого проекта Брюссель рассчитывает привлечь экспертов в различных областях для изучения потенциала технологии блокчейн и возможных сценариев ее использования в странах Евросоюза. Блокчейн-обсерватория создается в рамках общих усилий по продвижению цифровых технологий в ЕС, заявила еврокомиссар Мария Габриэль. Данная площадка поможет понять ту роль, которую должны играть европейские регулирующие и надзорные органы в сфере блокчейн-технологий. Как отмечают эксперты, обсерватория поможет Еврокомиссии провести своевременную оценку рисков, которые могут нести в себе эти технологии. Что же такое блокчейн и почему им заинтересовались в ЕС? Прежде всего, это способ хранения данных, причем практически любых. Речь может идти о банковских транзакциях или, например, госреестрах на собственность. Особенностью же технологии является то, что записи хранятся не в одном месте, но распределены по многим компьютерам подчас в различных точках мира. Наиболее ярким примером реализации технологии блокчейн является криптовалюта, как, например, биткоин. Однако, по мнению экспертов, это лишь малая толика всего потенциала блокчейн.